Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы будем рассматривать бьюти-штучки с сайта AliExpress. Для начала я показала такой необходимый гаджет, как маски для сна. Я их заказала 5 видов. Начать я хочу с таких пушистых вариантов. Вот такая масочка единорог. Она выполнена из плюшевого материала с закрытыми глазками, единорог. И сзади атласная ткань, имитирующая шелк, и регулирующая резинка, которая удобно будет сидеть на вашей голове. Следующим вариантом у меня тоже плюшевая масочка такого же плана, медвежонок. Здесь еще есть место для вкладышей. Можно, например, купить дополнительно гелевые вкладыши и охлажденным, либо нагретом виде помещать их в масочку, и что позволит вашим глазам отдохнуть более эффективно с пользой для кожи лица. Тоже масочка очень милая, и тем, кто досмотрит видео до конца, будет конкурс, связанный с этими масками, так как я их заказала очень много. А именно вот такого плана масочки. Они одного вида, но разных всех цветов. Я заказала 5 разных цветов. Это просто однотонная плюшевая маска. Я вам сейчас одну покажу. Тоже такой плюшевый ворс. Сзади имитация шелка. Она очень мягкая, приятная к телу. И на резиночке. Резиночка тоже выполнена из шелка, поэтому не будет никаких заломов на ваших волосах и лице, соответственно. Я уже испытывала их в действии. Очень рекомендую. Вам следует учесть, что это маска для взрослого человека. То есть для ребенка, я думаю, объем головы будет слишком велик. Я могу сделать вывод об этом, потому что я заказала еще такие виды. Это уже более гладкие маски. Начнем вот с такой Good Night. Маска тоже большого размера, шелковая с двух сторон. Здесь такая надпись, и сзади резиночка, но резиночка уже регулируемая. То есть можно сделать на взрослого для большого объема головы. Вот примерно вот так это все выглядит. Вот. И если на девочку поменьше, там, ну, не совсем крошку, но я думаю на 10-12 лет, можно затянуть вот так вот по объему головы. Не совсем маленькая, говорю, потому что сама маска довольно большая. Если взять сравнение вот эту принцесску, то это, мне кажется, прям создано для девочек 8-12 лет, подростков, так как сама часть, которая ложится на лицо, она довольно маленькая. Вот, хватит и для взрослого человека, но больше, мне кажется, для ребенка. Вот, если сравнивать, вот такой вариант, я бы рекомендовала это больше для маленьких девочек. Вот, если вот так приложить, можно видеть разницу. То есть убираем корону, и вот. Вот насколько вот эта маска больше, чем вот эта. Можете оценить. Эта масочка имеет такой практически гладкий плюш, мелкий ворс. Сзади как имитация шелка и на таких резиночках. Тут две резиночки, они довольно мягкие, но сами по объему не регулируются. Думаю, тоже для ребенка подойдут. Универсальная для ребенка и для взрослого. Также я заказала эту маску принцесса, так как она мне показалась очень милая, еще в розовом варианте. Я думаю, это отличный подарок будет на любой праздник всем девочкам от 5 до 65. И еще покажу вам две маски. Тоже маска очень милая. Вот такой котик с розовыми щечками. Сзади, что удобно, есть кармашек. У нее такой 3D принт, голубые глазки. Тоже смотрится чрезвычайно мило. Сзади резинка, опять же, которая регулируется. То есть это тоже очень удобно для ребенка и взрослого. Подобного плана 3D маска с таким объемным носиком. Вот так, надеюсь, вам видно. Регулируемая резиночка сзади. Это лисичка. Они были в разных оттенках, то есть лисичка можно было заказать и розовую, фиолетовую, желтую, оранжевую, голубую, если не ошибаюсь, и коричневую. Я выбрала розовую. Мне кажется, это такой универсальный вариант тоже для девочек всех возрастов. Следующий вариант, как подарка себе любимой для ежедневных процедур, так и на подарок подруге.
Я выбрала вот такой вот набор. Вот, это наборчик состоит из 4 банок для вакуумного массажа. Лица и всего тела, как это обещает производитель. И вот такая массажная щеточка. Мне кажется, она такая универсального объема. То есть размеры для вашего лица можно делать самостоятельно массаж. Сзади есть такая присоска, можно ее ополоснуть после использования и прикрепить прямо к плитке ванны. И все стечет и высохнет так, как надо. В момент использования можно ее вот так надевать на руку и осуществлять массаж. Можно делать просто массаж, можно с маслом, с ночным кремом или дневным по утрам. Как вам будет удобно. Мне кажется, тоже очень удобная универсальная вещь. И вот наличие таких банок. Банки выполнены из прочного силикона. Есть такие большие, мне кажется, это больше для тела. И вот такого меньше объема, это для, мне кажется, более мелких частей под глазами, на крыльях носа можно использовать и так далее. Вот. Тоже очень популярная сейчас интересная вещь, стоила недорого. Вот, кто хочет попробовать, рекомендую. Следующим гаджетом на лицо маска, ну вот такая гелевая. Ее можно использовать на ночь. Можно на полчаса, то есть нанесли масочку, крем, ее можно как нагреть, так и охладить. Я предпочитаю использовать в теплое время года, ложу ее просто в холодильник, и охлаждающий эффект, например, с утра, когда у вас есть припухлости на лице, можно наложить ее, и пока вы там собираетесь, чистите зубы, готовите завтрак, можно 15-20 минут ее носить, и после снятия довольно быстро ощущается эффект. То есть припухлость спадает быстрее, чем это было бы естественным путем. Внутри вот такой вот гель находится. Он герметично запаян в этой масочке. Есть прорези для глаз. Вечером можно смотреть телевизор, либо телефон. И сзади вот такая резиночка, удобная, мягкая. Далее я заказала зеркало. Хотела, конечно, зеркало с подсветкой, но оно подороже, это вариант. И, знаете, тоже такое на ножке, но оно довольно толстое. И за счет того, что оно тяжелое, доставка стоила дороже, чем само зеркало. Поэтому я заказала зеркало попроще, упаковано оно было хорошо. Вот на такой высокой ножке, довольно удобное. И здесь есть увеличивающее зеркало и обычное. То есть довольно удобно использовать, оно у меня уже какое-то время. Поэтому тоже, кому нужна такая вещица, рекомендую. Следующий бьюти-гаджет – это вот такая щеточка для очистки кистей. Вот. Ежедневно мы наносим макияж, кисти тоже необходимо чистить. И чтобы не лозить этими кистями, не знаю, по рукам или как по-другому моете, но обычно я мою кисти руками. Я взяла мятного цвета силиконовая щеточка. Большая территория это для крупных кистей и сверху для мелких кистей. Ее удобно надевать на один или два пальца таким образом. И вы берете, смачиваете кисть, либо здесь жидкостью для снятия макияжа. И вот таким образом стираете продукт, который остался на ваших кистях. Тоже очень удобно и эффективно использовать, рекомендую. Следующим незаменимым бьюти-гаджетом это были вот такие спонжики веселеньких разных цветов и форм. Я выбрала два вот таких круглых яйца. Я уже использовала такие, поэтому это очень эффективно, удобно распределять тональную основу. Вот этот кончик заходит под глаз очень удобно. Он впитывает в себя достаточное количество тона, поэтому вы не нанесете лишний килограмм штукатурки. И взяла вот такой формы интересной тоже. Вот эти по опыту служат дольше, чем яйцо. И также не забываем стирать их после каждого использования. Следующий гаджет для повседневного использования, а также для путешествий, либо в транспорте, кому нужно использовать на работе, я выбрала вот такие беруши. Веселенькие желтого цвета, беруши силиконовые. И состоят из трех таких насечек, которые удобно вкручивать в ухо. Они многоразовые, то есть их можно мыть после использования и использовать довольно долго, силикон прочный. И взяла вот такие беруши подороже. Здесь три пары беруш и два чехла с карабинчиками, которые можно прикрепить на ключи, либо на рюкзак, в сумку для путешествий. Давайте посмотрим на них. Вот тоже взяла яркого зеленого цвета.
Это такие как затычки, это дополнительная шумоизоляция идет. В каждой капсуле получается еще по паре беруш. Есть черная капсула и белая капсула. В ней тоже пара. То есть всего три пары. Это фактически набор для долгого использования, либо набор для всей семьи. Тоже могу рекомендовать. Это уже фирма была подороже. С учетом пеналов и количества беруш, я думаю, цена адекватная. А следующий гаджет – это линза. Сейчас эра Инстаграма, все любят делать фотографии, каждый день по много раз, поэтому я решила заказать такую увеличительную линзу. Она состоит из такого крепления зажима на телефон. Линза обещала быть универсальной. И это макролинза X20. То есть можно фотографировать ноготки, реснички, бровки и так далее. В силиконовом чехле находится вот такая макролинза. Следующий бьюти-гаджет пришел мне вот в таком пакетике. Это сеточка для волос, чтобы волосы не заламывались во время сна. Сеточка похожа на капроновые колготки, в мелкую сетку, снизу резинка, которая хорошо тянется, и сверху такое отверстие. Она предназначена для того, чтобы ваши волосы не замялись и не заломались во время сна. Тоже считаю очень полезный гаджет. Стоила она какие-то копейки. В повседневном использовании может пригодиться как мужчинам, так и женщинам. А следующим я решила заказать брелки. Заказала целых три разных цветов вот такие рыбки. Так как я по гороскопу рыба, а мой муж рыбак, поэтому очень даже символично будет повесить это на ключи. Это изначально открывашка, выглядит очень ярко, стильно и модно. Также в качестве брелков аксессуаров я заказала вот такой ключик и гитару. Это тоже открывашки, но сами открывашки мне не очень-то и нужны. Просто мне показалось очень такие стильные, милые брелки для ключей. И на подарок также будут годны. Следующий брелки-необходимый гаджет в период пандемии. Это вот такие ключи тяни-толкай открывашки. Тоже опять же в золотом и серебристом цвете. Что мы здесь видим? Ушко для того, чтобы прицепить на брелок сумки, либо ключи и так далее. Кольцо, чтобы туда удобно взяться и толкать, собственно, двери. Кнопки различные в лифте, домофон и так далее. Сама конструкция металлическая, очень плотная, то есть можно толкать даже тяжелые двери. И на конце находится стилус. Можете управлять вашим смартфоном на улице, не дотрагиваясь пальцами до вашего смартфона. И, конечно же, открывашка, поддевалка, то есть где-то что-то вам нужно поддеть, отковырнуть и так далее. Тоже, можно сказать, 5 в 1. Такая незаменимая вещь, особенно в наше время. И конкурс. Я решила разыграть вот такую маску, плюшевая. Она с одной стороны, внутри она шелковая и... резиночка тоже в шелке, что тоже не заломит ваши волосы. Я ее не использовала, то есть она придет вам абсолютно новая. Я считаю, милый гаджет, подарок как для себя, так и для подружки. Итак, условия конкурса. Нужно подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарий, какое из трех последних видео вам наибольше понравилось и почему. Сделать репост в одной из соцсетей. ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм. И так далее. Репост именно этого видео. Результаты розыгрыша будут определяться в конце месяца. Отправлять я буду только по территории Украины. Рандомно выберу победителя. Проверю все условия. Обязательно оставляйте свои контакты, все ссылки. То, как вы выполнили условия, я свяжусь с вами и отправлю эту милую масочку. А всем, кому полезно было это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.